открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои. Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Александром Мраморновым, секретарем научно-редакционного совета Новоспасского монастыря. Добрый день, Александр Ильич. Здравствуйте. Новоспасский монастырь занимается изданием документов, посвященных Поместному собору 1917-1918 годов. Почему именно Новоспасский монастырь и почему именно сейчас так актуально издание этих документов? Насколько я знаю, планируется чуть ли не 35 томов издать. Но дело в том, что огромный интерес к изданию документов Поместного собора возник еще в 90-е годы на волне церковного возрождения этого периода. И получилось так, что на Спасском монастыре начали репринтно издавать документы собора, изданные еще самим собором, а точнее соборным советом в 1918 году, деяния собора. И вот это репринтное издание чуть позднее там же в Новоспасском монастыре в сотрудничестве с Государственным архивом Российской Федерации было дополнено теми документами, которые собор просто не успел издать, потому что он прекратил свою работу из-за гонений, которые большевики открыли на церковь. И в целом деяния репринтным образом, где-то они были заменены протоколами, были изданы к 2000 году. Но с научной точки зрения это издание было далеко не совершенным и не полным, а интерес к трудам собора был достаточно большой. И он сохранялся и сохраняется все это время, на протяжении последних 25 лет. И вот когда в Новоспасском монастыре произошли некоторые изменения после прихода туда нового наместника в 2011 году, епископа Воскресенского Саввы, было решено создать научно-редакционный совет, который бы уже на новом уровне занялся бы вот той же работой, которая была не окончена при прежнем наместнике и сделана на более бытовом уровне. Теперь было решено эту работу вывести на серьезный академический уровень и придать вот этому делу общецерковное какое-то значение. Давайте немножко представим контекст, в котором происходил собор и кто был участниками этого собора. Но дело в том, что соборов Русская Церковь не знала почти 200 лет, даже не почти, а чуть больше, чем 200 лет. Последние прошли там, при Петре I. И после этого в Русской Церкви не проводились соборы никакие, ни чисто архиерейские, ни поместные с участием клириков и мирян. И вот это было некоторым недостатком, который ощущали фактически все церковные, церковно-общественные деятели начала XX века. Давайте поясним, с чем это было связано, почему не проводились. Ну, это было связано с синодальной системой и с тем, какая система церковно-государственных взаимоотношений, начиная с Петра I, в нашей церкви установилась. Ну, просто де-факто с институтом оберпрокурора тоже. И оберпрокурора фактически не давали созывать Русской Церкви соборы. Но в конце XIX века подготовка собора фактически началась. Архиереи собираются на первые совещания. Это были такие протособоры по разным миссионерским вопросам, образовательным. А после революции 1905 года подготовка собора пошла уже вплотную. Церковно-общественное брожение и церковно-общественная активность вышли на достаточно высокий уровень, и вся совокупность церкви, вся церковная полнота фактически начала подготовку к собору. И можно сказать, что вот этот собор готовился на протяжении как минимум 12 лет, начиная с заседания предсоборного присутствия, документы которого, кстати, недавно также Новоспасским монастырем переизданы и теперь доступны широкому кругу читателей. Давайте поясним, кто был участником собора, и, на мой непросвещенный взгляд, напрашиваются очень серьезные параллели с Поместным собором, на котором был избран Святейший Патриарх Кирилл, с точки зрения участников. Так ли это? Ну, с точки зрения участников, формирование собора действительно происходило и через назначение, и через выборы членов собора. По должности членами этого
можно сказать, великого собора, потому что он дольше всех соборов в истории нашей церкви продолжался и больше всего вопросов обсуждал. Были все епархиальные архиереи русской церкви, а остальные члены, это духовенство и миряне, они, как правило, избирались от епархии, а также от корпорации духовных академий, от миссий, которых было несколько тогда в русской церкви. И собор имел достаточно представительный вид. Фактически он все епархии церкви на всех уровнях представлял. Действительно, выборы были многоступенчатыми. Члены собора избирались как сначала на благочинническом уровне, потом на уездном и потом на епархиальном. То есть все те, кто представлял епархию, их знала вся епархия. И поэтому, наверное, дискуссия на соборе 17-18 годов была настолько продуктивной в итоге. И действительно про собор говорили, что он представлял в тот момент и в какой-то критический момент большую часть России, когда в России было сначала двоевластие, потом некоторое время безвластие, и потом еще позже, в начале 18 года, было разогнано учредительное собрание, избранное тоже всей страной. Вот действительно обращали внимание на то, что собор – это такой вот орган управления и орган законодательной церковной власти, который представляет большую часть страны. То есть это было самое авторитетное собрание людей вообще в России того времени. Но при этом разговоры шли именно об устройстве жизни церкви. Конечно. То есть о социальном устройстве разговоров не было. Но вопросы социального устройства затрагивались постольку, поскольку это касалось и церкви, и той трудной обстановки, в которой вообще православная церковь находилась в то время. Она действительно была непростой. И, собственно, собор в итоге свою работу не завершил, потому что во время третьей сессии собора летом 18 года говорилось о том, что нужна и четвертая. Большое количество документов в отделах было подготовлено, но они были переданы уже на усмотрение высшей церковной власти. Сам собор их уже не рассматривал и не принимал, просто потому что он не мог в тех жестких условиях работать. Во-первых, членам собора необходимо было что-то кушать, оплачивать их фактически труды, а тогда была такая практика, что они получали суточные, им оплачивали их командировки, это дорого было достаточно. А когда были урезаны фактически все кредиты церкви, и большевики сделали так, что церковь не могла даже от своих епархий нормально получать взносы, то работа собора стала невозможной, в том числе и по финансовой причине. Поэтому фактически работа была не завершена, но при этом за три сессии собор сделал очень-очень-очень много, и действительно решения его до сих пор в некоторой степени остаются актуальными. Дайте несколько слов, скажем, о форматах, в которых проходили дискуссии. Как можно себе представить, что в течение почти двух лет несколько сот человек обсуждают детально такое количество документов? Как это происходило? Ну вот мы упомянули с вами об издании прежнем Новоспасского монастыря. Там действительно были переизданы только деяния, а на самом деле текст деяний, то есть пленарных заседаний собора, когда все члены вместе собирались и вели уже дискуссию о конкретных каких-то проблемах или документах. И это только малая часть того, что сделал собор, потому что основная мозговая, так сказать, работа интеллектуальная, она велась в отделах собора, которых, и в отделах и комиссиях, которых было более 20. И они касались фактически всех сфер жизни церкви, внутреннего ее устройства, взаимоотношений с государством и обществом. И вот эти материалы до последнего времени и до настоящего времени большинство просто неизвестны, и большинство наших православных верующих и многим даже ученым, потому что они сохранились в архивном фонде собора, но большая часть их никогда не публиковалась. И вот в новом издании Новоспасского монастыря большая часть томов – это как раз тома с материалами отделов и комиссий. Именно там решения вырабатывались, а уже на соборе в пленарном заседании они обсуждались. Таким образом, документ или какое-то постановление, оно сначала проходило вот этот вот этап обсуждения отдела или комиссии, хотя многие документы поступили туда еще от предсоборных органов, но
в них, в отделах и комиссиях были уже значительно изменены потом. И после вот этого порой достаточно бурного обсуждения в отделе и комиссии, иногда многоступенчатого, они уже передавались в пленарное заседание собора и им рассматривались. А после пленарного заседания совещание епископов, архипастырей, церкви должно было дать свое одобрение принятому уже документу или могло отклонить документ. То есть в соборе был найден для того времени очень хороший компромисс между желанием клира и мирян влиять на какие-то решения в церкви и канонической властью епископата, который имел право отклонить документ, принятый всем собранием собора. Правильно ли я понимаю, что какие-то форматы дискуссий, они актуальны сейчас, если мы смотрим на межсоборное присутствие, на какие-то формы иного участия, в том числе и мирян в обсуждении основополагающих каких-то направлений деятельности церковных? Ну вот относительно формата, мне хочется сказать, что хорошего было в подходах поместного собора. Несмотря на революционную обстановку того времени, несмотря на то, что тоже, о чем мы уже упомянули, недостаток финансов для работы, собор заседал очень длительный срок. Он не за 3-4 дня решал какие-то вопросы. И вот мне кажется, этим ценен Всероссийский поместный собор 17-18 годов, то, что вопросы обсуждались именно в соборе, а не какими-то подготовительными бюрократическими органами. Действительно шла соборная работа. Мне кажется, что в этом плане собор должен был бы стать и для нас образцом вот этой длительной церковной дискуссии. Потому что позднее, как мы знаем, в советский период, период гонения на церковь, укрепилась практика быстрых соборов. Но там, первый собор, который избрал патриарха Сергия, был вообще молниеносный, да, как мы знаем, большевистскими темпами подготовленный. А вот этот собор готовился 12 лет и проходил больше чем год в течение там, 17-18 годов. Поэтому, наверное, и получилось так, что многие его решения настолько глубоко были проработаны, что они актуальны и в наше время. И это показали новые административные преобразования, которые проведены при нынешнем святейшем патриархе Кирилле, в частности, по созданию митрополий. Ведь вопрос даже о том, сколько должны включать митрополии, много прежних епархий или новые епархии, которые появятся в рамках губернии для того времени или области в наше время. Вот принято было ныне решение о том, что митрополия – это субъект Российской Федерации, как правило. Вот. Но и это даже решение, оно базируется на том, к чему пришли соборяне. Причем в достаточно долгой дискуссии. Потому что если мы проследим соответствующую дискуссию и в предсоборном совете, и потом в отделе об епархиальном управлении в соборе, то были разные подходы. Из этих разных подходов выбран один. Почему? Ну вот он выбран собором, это авторитетно. Я думаю, что во многих других вопросах, когда мы сегодня их решаем, надо не забывать обращаться к этим материалам, а, к сожалению, пока этого не происходит просто по технической причине, потому что не все материалы собора обработаны и доступны тем же членам межсоборного присутствия для глубокой проработки. Правильно ли говорить о том, что восстановление патриаршества было главным мотивом и движущей силой собора и тех людей, которые в нем участвовали? Но я не согласен с такой точкой зрения, потому что это был не главный мотив, это, может быть, был один из острых вопросов собора. Потому что единство в необходимости восстановления патриаршества далеко не было у членов собора и вообще в обществе, и в том обществе, которое прежде всего мыслило себя православным и принадлежало в церкви. Надо сказать, что, например, предсоборный совет в своем отделе о высшем церковном управлении высказался напротив, и он не рекомендовал явно будущему собору восстанавливать патриаршество. Там шла очень жесткая дискуссия, и вопрос решен не был. Но и если мы вспомним, что на самом соборе вопрос о восстановлении патриаршества был решен в достаточно кризисных условиях, и можно даже сказать, когда, собственно, он обсуждался на пленарном заседании, там не хватало кворума, там было меньше половины членов собора.
И вот все это наводит, с одной стороны, на мысль, что все-таки патриаршество было восстановлено Божьим водительством, потому что и сами члены собора, и мы уверены в том, что тот собор находился под таковым водительством. Но с другой стороны, с точки зрения процедуры, с точки зрения просто исторических фактов, здесь было далеко не все однозначно. Но победила точка зрения именно сторонников восстановления патриаршества, и патриаршество было восстановлено. Можно ведь такую точку зрения представить, что государственная власть, может быть, не, так сказать, рекомендовала восстанавливать патриаршество, я имею в виду до революционных событий. Может быть, здесь был камень преткновения? В дореволюционных событиях – да, но в 1917 году, как представляется, государственная власть никак не влияла на дискуссию на соборе. То есть некоторые представители еще прежней государственной власти, они были даже членами собора, но прямого влияния уже не было. И действительно здесь уже было чисто дело церковное, дело церкви и собора церковного, как поступить, восстановить или остаться при синодальном строе, или как-то трансформировать синод. Но однозначно еще предсоборные органы высказались за то, что высшая церковная власть и система высшего церковного управления нуждалась в некоторой трансформации. Что самое главное ввел собор, мы это немножко иногда забываем, кроме патриаршества, это систему двух органов высшей церковной власти. Священный синод при патриархе и высший церковный совет. Причем высший церковный совет, как его учредил собор в 18 годах, отличался от того, что нам известно ныне под названием высшего церковного совета. Он избирался собором. Это не были руководители синодальных структур, как ныне, по своей должности, а это были именно избранные собором члены, в том числе миряне. И высший церковный совет не разбирал, как и ныне, впрочем, вопросов какого-то догматического, канонического характера, назначения епископата, но он разбирал очень многие вопросы текущей жизни церкви. Например, управление ее финансами, хозяйством, духовно-учебными заведениями, прочими учреждениями. И мне кажется, что вот эта система, созданная собором, она в своем корне была правильной, потому что и Священный Синод, состоящий из архиереев, и Высший Церковный Совет был подотчетен собору, который, как предполагалось, будет регулярно проходить вот именно в таком составе, как он был создан. Но мы знаем, что история повернулась иначе, и в таком же виде собор больше, я бы сказал, никогда не созывался, чтобы он был настолько представительным и избирался именно по такой системе. Правильно ли сказать, что одним из возможных результатов проведения собора, если бы не случилось всех трагических событий, возможным результатом стало изменение роли мирян в жизни церкви? Насколько это было актуально в то время, насколько это актуально сейчас, и как, если это обсуждалось, как планировалось изменить приходскую жизнь? Насколько радикально? Однозначно, собор уже даже по своему составу, а миряне просто были большинством членов собора, должен был свидетельствовать о том, что роль мирян меняется, она должна быть достаточно серьезной вообще в жизни церкви. Кстати, вы сказали, несмотря на последующие гонения, но на самом деле роль мирян после собора и стала очень значительной и в период гонений, потому что когда именно на духовенство было объявлена, так сказать, вот такая вот охота, особенно в пике гонений, там, в гражданскую войну, в 1932-1933, когда активно разрушались храмы, в 1937-1938, церковную жизнь очень часто и церковную традицию сохраняли миряне. Вот эти знаменитые, там уже позднего советского времени бабушки, которые как бы сохраняли церковную традицию, это как раз те, кто в период проведения собора чуть позже были молодыми женщинами, и на которых очень часто до своего закрытия держались приходы, держалась приходская жизнь. Поэтому можно сказать, что собор не только предполагал изменить роль мирян в церковной жизни, но он ее изменил. В основном это касается именно социального служения.
Правильно ли я понимаю, или есть еще какие-то аспекты участия мирян в жизни церкви? Ну, я не думаю, что только социального служения. Здесь, конечно, речь и об образовании, причем образование на всех уровнях, церковной жизни, от воскресных школ до духовных академий. Собственно, может быть, самыми плодовитыми, продуктивными членами поместного собора 17-18 году были профессора духовных академий, которые были избраны на собор. И я думаю, что и в наше время многие, я не буду называть имен, их все прекрасно знают, многие профессора и представители корпораций духовных школ наших православных университетов, они часто являются даже лицом церкви, выражают какую-то важную для церкви позицию. Поэтому я думаю, что это не так, не надо ограничивать только социальным служением. В общем-то, и ныне даже миряне принимают участие в работе органов церковного управления. Вот я уже упомянул синодальные структуры, очень часто помогают и архиереям, и священнослужителям в исполнении их обязанностей. Поэтому я думаю, что в этом плане, конечно, собор 17-18 годов был судьбоносным для русской церкви, и вот эти его решения, они сказываются, положительно сказываются на церковной жизни и в наши дни. Но на сегодняшний день мы можем говорить об одном мирянине в составе высшего церковного управления, да, это Владимир Романович Легойда. Есть ли какие-то перспективы увеличения количества мирян, как вам кажется? Ну, я думаю, что это будет зависеть от, опять же, нашей сегодняшней соборной работы, вот архиерейского собора, от малого собора Синода. Но я думаю, что на самом деле это зависит еще и от активности самих мирян. И мне кажется, вот последнее решение нашей высшей современной церковной власти, касающейся прихода, эти дискуссии вокруг приходской жизни, которые идут в нашей православной прессе и на телевидении тоже, они очень важны, и они как раз содействуют тому, что приходы становятся сильнее, крепче, а не просто местом временного собрания какого-то. Это, конечно, приход должен быть постоянно функционирующим, некоторым, так сказать, грубо скажу, предприятием. В нем должна постоянно продолжаться жизнь. Даже когда богослужение не совершается, когда прихожане не находятся в храме, это должен быть вот такой вот живой организм. И, собственно, собор 17-18 годов и его отдел о благоустроении прихода тоже так мыслил. У нас вот Алексей Львович Беглов, наш видный историк церковный, трудится как раз над томом нашего издания, который включит материалы отдела о благоустроении прихода. Тоже через где-то полтора года, я думаю, этот том выйдет. И я думаю, что здесь даже просто для прихожан наших храмов будет очень интересный материал для чтения. Надо сказать, что не надо думать, что вот наше издание оно выглядит вот так вот академично, такое вот строгое, и толстые книги, которые, может быть, кто-то подумает, нужны только специалистам. На самом деле, некоторые тома, я уверен, что будут читаться широким кругом людей, но об этом просто надо побольше говорить. И как-то, ну, условно скажу, популяризировать наследие собора 17-18 годов. В завершение первой нашей программы я бы хотел, чтобы вы рассказали об обсуждении роли женщин в церкви. Я знаю, что это был один из таких острых дискуссионных моментов на соборе. Насколько это актуально сейчас? В частности, насколько я понимаю, речь шла о восстановлении института диаконис. Что это? Расскажите, пожалуйста. Вот, например, преподобная мученица великой княгини Елизавета в Москве хотела учредить как раз институт диаконис. В результате она создала Марфо-Мариинскую обитель, как мы знаем, но вот этот древний чин диаконис она тоже хотела возродить, имела некоторую поддержку, но синод в 1912 году не пошел ей навстречу, решение не было принято, но вопрос остался. На соборе он вновь был поднят в связи с просто с желанием некоторых женщин уже конкретных принять чин диаконис, как это было в Древней Церкви. И даже было уже заведено дело в синоде о посвящении Ольги Клюевой, женщины с юга России, из одной из наших южных епархий, в чин диакониса. Но в результате все-таки собор так и не решил этот вопрос. И чин диаконис восстановлен не был, посвящение
не происходило. Но эта дискуссия опять, вот как мы и до этого с вами говорили, она не пропала зря, и, может быть, даже вопрос когда-то еще и возродится. Но на самом деле вот те женщины, которые в советский период гонений несли на себе церковную традицию, сохраняли часто очень предание приходское, церковное, они как раз и были вот этими диаконисами без посвящения. На самом деле собор фактически проложил даже этой дискуссии дорогу к избранию вот такого пути для своей жизни, для многих женщин. И среди других вопросов также, конечно, был вопрос о праве женщин соответствующего возраста и статуса в приходской жизни входить в алтарь, ну, например, для уборки его. Вот, и вообще, для, может ли женщина быть членом приходского совета, епархиального. Все эти вопросы в соборе затрагивались. Часть была решена, часть нет. Но однозначно сама постановка вела к тому, что роль женщин в жизни церкви, а тогда гонимой церкви, усиливалась, и она действительно усилилась. Большое спасибо за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе. Спасибо, всего доброго. И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.